Всем привет! Сейчас обкору и расскажу, как нужно жарить окуня, чтобы в нем было меньше костей. Потому что когда варишь, то очень много костей. Когда жаришь, то они хорошо прожариваются и можно есть их намного лучше. Вот, сначала потрошим, кто хочет, тот печенку может оставлять. Голову я отрезал, потому что неохота было жабры вырезать. Жабры дают горечь. Потом вот такие ножом с одной стороны, с другой надрезал вот полосками, чтобы лучше косточки прожарились. Потом разогреваем сковородку. Сначала обваливаем в тесте, подсаливаем и потом масло разогреваем на большом огне. Где-то масло как вскипит на большом огне, мы где-то обжариваем, ну так как он маленький, где-то 3-4 минутки, ну как подрумянится, с одной стороны и с другой. Потом переключаем на маленький огонь и где-то томим минут 10-12-13. Ну и потом отключаем, и сама рыба доходит до остывания. И вот получается такое мяско у нас. Да, еще вот от чешуи я не чистил, потому что кто знает, то у нас окунь, можно уколоться сильно плавниками вот этими, как чистить. Так что не стал чистить от чешуи. Ну вот. У нас получилось тут. Вот, чешуя хорошо отделяется. Вот. Можно еще на костре нет дела жарить. Просто присолить. Прямо не потрошить. И жарить до готовности. Тоже чешуя хорошо отделяется. Но этого маленького окуня. Большого я так не жарил. Много рыбу большую готовите, костлявую для жарки, то нужно это резать крест-накрест, чтобы квадратиками получилось. Так косточки лучше прожариваются, мелкие. Ну и такая вкусняшка полезная получается. Это я сам ловил на червячка. Не куплены нигде, потому что в магазине почему-то невкусная рыба, может, кормит не тем. Но это кто рыбу разводит из пруда или речки, она всегда вкуснее. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Вот и все. Всем пока.